В регионе за последние 2 года к уголовной ответственности привлекли 53 должностных лица. Больше всего взяток берут полицейские и работники акиматов. Такую статистику озвучил руководитель регионального департамента Нацбюро Нигмеджан Сапаров. Кроме того, в Северном Казахстане пресекли коррупционную деятельность ряда руководителей областных госорганов, которые работали в сговоре с подчиненными и осуществляли подборы с хозяйствующих субъектов. Уголовные наказания понесли 9 чиновников. К примеру, такая схема работала в областной карантинной лаборатории. Ее специалисты системно просили вознаграждения за выдачу положительных фитосанитарных заключений и дальнейшее покровительство в предпринимательской деятельности. Также пресечено 10 фактов, когда должностные лица препятствовали развитию малого и среднего бизнеса. Сейчас антикоррупционеры расследуют дело по факту хищения 2 составов зерна. Беспрецедентным является факт хищения запасов государственного зерна. К примеру, департаментом расследуется уголовное дело по факту хищения государственного зерна объемом более 9 тысяч тонн. Ну, 9 тысяч тонн, чтобы было все понятно, это почти 140 вагонов. А 140 вагонов – это 2 состава поезда. С участием должностных лиц спорткорпорации. В настоящее время установлен ущерб в сумме 437 тысяч миллионов тенге, который мы обеспечили полный, мы не только установили этот ущерб, мы обеспечили полный возврат государству, возмещение. Также выявлен факт хищения зерна государственного материального резерва в объеме 4,5 тысяч тонн на общую сумму 160 миллионов тенге.